Кто бы ни приезжал от Крыльев Советов на строящийся стадион, строители всегда встречают гостей футбольным матчем. В этот раз против рабочих играли ветераны. Пока на будущем газоне стоят краны, матч в честь 75-летия клуба сыграли на песке. Профессиональные футболисты победили 3-0. Для них в удовольствие играть на любом покрытии. Мы готовы в эту игру играть где угодно, на песке, на асфальте, как и в детстве. Поэтому для нас это нормальная ситуация. И очень приятно и со строителями, и все в дружественной атмосфере. За свою 75-летнюю историю футбольный клуб «Крылья Советов» сменил не одну домашнюю площадку. Свой первый матч в 3 мая 1942 года они проводили на стадионе «Локомотив». С тех пор играли и на стадионе «Динамо», и на «Металлурге». И вот ветераны приехали посмотреть, где в следующем году «Крылья Советов» будут принимать домашние матчи чемпионата России. Многие ветераны не впервые на стройке Самара-арены и приятно удивляются тому, как быстро растет стадион и как много изменилось за 2 года. Футболисты надеются, что проинспектируют еще и газон, когда он будет готов. Хотя бы разочек еще выйти, потоптать настоящее зеленое поле на таком газоне, я бы с удовольствием был бы рад. Я такого еще, честно, в своей жизни не видел. Такое современное, столько металла, такой размах. Меня просто это впечатлило сегодня. Сейчас на стадионе монолитные работы почти завершены. Строители уже приступили к отделке внутренних помещений. Также продолжается монтаж основной части купола. Готова арена больше, чем на 60%. И на следующий год «Крылья» свой день рождения отметят на поле уже внутри стадиона. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.